Ни одно преступление без него не раскрыть. Эксперт-криминалист выезжает на место происшествия, собирает улики, исследует их и выносит заключение. В переводе с латинского «эксперт» значит «опытный». Так что в этом деле без опыта никуда. За каждым сотрудником закрепляется наставник в течение ближайшего года. Он работает только с наставником. Наставник, соответственно, ему все рассказывает, показывает. Они совместно выезжают на осмотр места происшествия, вместе проводят экспертизы, исследования, соответственно. Ну, любой новый сотрудник должен набраться опыта. Без опыта в нашей работе никуда. Со временем зоркий глаз эксперта-криминалиста начинает замечать даже невидимые следы. Для этого нужен дактилоскопический порошок. Наносим на бутылку. Вот он, след проявился. Он был невидимым, а стал вот окрасился в черный. Улики собраны, протокол составлен. Эксперту предстоит провести необходимые лабораторные исследования. У подозреваемых берутся отпечатки пальцев. Ради эксперимента откатали и свои пальчики. Потом по базе просто это все проверяется на совпадение. Мы изымаем следы на месте преступления, потом заносим в базу, и уже сама программа сравнивает отпечатки. Дактилоскопия – один из основных и точных способов идентификации человека по отпечаткам пальцев. Узор на подушечках уникален. Эксперты-криминалисты уже на глаз видят совпадение. Между вот этим окончанием и этой точкой 4 линии. Раз, два, три, четыре, точка. Раз, два, три, четыре, точка. Единая база данных, специальные программы значительно упростили работу специалистов. Но все же основную ее часть выполняет человек. Ход всего расследования зависит именно от правильно собранных и изученных доказательств. Поэтому в свой профессиональный праздник эксперты-криминалисты получают поздравления на рабочем посту. Хочется поздравить и начальника отдела, заместитель начальника отдела, и всех наших сотрудников, кто занимается таким тяжелым, получается, делом. Пожелать им всего самого хорошего, удачи, естественно, профессионального долголетия, здоровья в наше непростое время и профессиональных успехов, соответственно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».